Обещаю, мы найдем идеальный дом и заживем, как в мечтах. Я посоветую вам поговорить с моим другом. Если кто и может помочь, так это Эммет Клеймор. Эй, милая, у меня отличная идея. Давай навестим чувака с жутким домом посреди нигде. Что может пойти не так? Рад, что вы решили приехать. Джон, это моя жена, Сара. Приятно познакомиться. Это просто идеально. А если бы этот дом стал вашим? Простите, не понимаю. Будем о деньгах. Может ли дом сделать вас счастливыми? Джон, Сара, вы ищете новую жизнь, я хочу помочь. Этот дом – прошлое, которое хочу оставить. Я хочу отдать дом вам. С одним простым условием. Никогда не открывайте дверь в подвал. Он отдает нам дом бесплатно. Это бессмысленно. Но это то, о чем мы мечтали. Мы будем счастливы здесь. Это место невероятное. О, спасибо. Узнали, что было в подвале? Жизнь хороша. Смотреть. Думаю, вы хотите заглянуть. Вы не можете удержаться, да? Вы, видимо, новый сосед. Надеюсь, вы здесь надолго. Мы не первые его жертвы. Можем все потерять. Вы этого хотите? 25 лет назад жена и дочь Эммы Клеймор исчезли. Это моя жизнь, о которой я мечтала. Ценой вашей души. В этом доме что-то есть. Нам нельзя здесь оставаться. Надо уходить. У него свои тайны. С переезда все пошло наперекосяк. Я пытаюсь защитить тебя. Ищите пропавших? Надо было просто держаться подальше. Знаете, что говорят о старых домах? У всех есть темные тайны.